Дорогие друзья, коллеги, все, кто внимательно следит за ходом кругосветной экспедиции на учебно-парусном судне «Седов», мы приветствуем вас с борта легендарного парусника. Сегодня 4 января 2020 года. Мы в Лас-Пальмасе. Здравствуйте! Прибытие учебно-парусного судна «Седов» в Лас-Пальмас в канун Нового года стало одним из главных событий в жизни города, повидавшего на своем веку немало славных кораблей. Уже 1 января многочисленные желающие осмотреть парусник выстроились в большую очередь. На память гости получали различные сувениры, информационные проспекты. Кроме того, этот день на учебно-парусном судне «Седов» был ознаменован высоким визитом. На борт судна прибыл почетный консул Российской Федерации на Канарских островах сеньор Гонсало Парада Сантана. Осмотрев судно и выставку, посвященную художнику Михайлову, участнику экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, сеньор Парада выступил с инициативой организовать на борту торжественный прием с участием первых лиц Лас-Пальмаса. Такой прием состоялся уже 3 января. Среди многочисленных высоких гостей были сеньор Аугусто Гидальго, мэр Лас-Пальмаса, сеньор Луис Ибарка, директор порта, и адмирал Эдуардо Либераль. Кроме того, на приеме присутствовал президент Верховного суда Испании и другие почетные гости. С российской стороны также присутствовал первый секретарь посольства Российской Федерации в Испании Олег Вячеславович Коломин. На палубе прозвучали приветственные речи, состоялся обмен памятными подарками. Почетный консул Российской Федерации вручил капитану учебно-парусного судна «Седов» памятную плакетку, посвященную кругосветной экспедиции. Дорогие друзья, Гонсало, большое спасибо за ваше внимание, за ваши подарки. Данный подарок займет по достоинству почетное место на борту «Седов» в нашем судовом музее. Спасибо. После чего в честь гостей на «Фоке» был поднят символический парус мира. По окончании торжественной церемонии гостям была представлена выставка «Павел Михайлов. Путешествие к Южному полюсу», организованная специально для данной экспедиции Музеем Мирового океана и Государственным русским музеем. Принимая во внимание повышенный интерес горожан к российскому судну и экспедиции в целом, мэр города и портовые власти обратились к ректору Калининградского государственного технического университета Владимиру Алексеевичу Волкогону и капитану Евгению Николаевичу Ромашкину с официальным приглашением продлить визит на день, чтобы учебно-парусное судно «Седов» могло принять участие в городском праздничном мероприятии, посвященному одному из наиболее почитаемых национальных праздников, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье 5 января. Без преувеличения можно сказать, что этот визит Седова в Лас-Пальмас в ходе кругосветной экспедиции «Паруса мира» уже вписан золотыми буквами в историю дружеских взаимоотношений между Россией и Испанией. Сегодняшний выпуск видеодневника подготовили специально для вас участники кругосветной экспедиции на учебно-парусном судне «Седов», ведущий Павел Матвеец и оператор Влад Косяк. Спасибо, что были с нами. Ждите добрых новостей и до встречи на борту легендарного парусника.